Сотрудники госавтоинспекции на постоянной основе проводят профилактическое мероприятие «Грузовик». Очередной такой рейд провели вчера на территории Кашхабльского района. Рейд направлен на обеспечение безопасности дорожного движения и профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием грузовых машин. В автомобилях сотрудники госавтоинспекции проверяли исправность тахографов и их наличие, соответствие конструкции транспортного средства и технического состояния грузовика предъявляемым требованиям. В период проведения мероприятия было проведено 12 бесед, было выявлено 7 правонарушений. Госавтоинспекция напоминает водителям грузовиков о соблюдении правил дорожного движения. Убедитесь, что автомобиль соответствует техническим требованиям по безопасности движения и не садитесь за руль неисправного транспорта.